Как вы вчера на мальчишник к Диме сходили? Нормально, зай, сначала кафешку приличную нашли. О, нормальный пятничник, мне нравится. Я сразу пацанов предупредил, что пить не буду. Пацаны, если я сегодня не нахуйся в говно, то свадьбы завтра никакой не будет. Он сказал, что Димон красава, то что женится, и что как бы я уже тоже скоро собираюсь. Димон, ты, конечно, такое ебанство, что женится, блядь. Вот я хуйка даже есть, потому что в коробке мозги есть. Пацаны предложили вызвать, говорят, мол, традиции такие на мальчишниках. Я сразу отказался. Я не понял, у нас мальчишник, это какой-то дом престарелых. Где традиция это чтить и уважать? Ну, а потом к нам охранник подошел, сказал, что они уже закрываются, и мы домой поехали. Ребята, я охранник, закругляй. А вы, закругляйте сюда с мальчишник. Заканчивайте, сейчас закрываться мы будем. Не бойся, у тебя сейчас закроется. Что, прям так все и было? Ну, конечно. В зеркало посмотри. А что там?